Всем привет, ребята. Как знаете, я снимал бебриков и роблокс. Но сегодня я покажу мою коллекцию самолетов. Я их тоже забираю иногда. Вот. Вот они все. Такие вот самолетики. Если вы хотите обзор на какой-нибудь из них, я могу сделать маленький обзорчик на 3 самолета. Сейчас вот это вот первое. Это P-40. Его передавали американцы. Когда уже... Они просто торговли делали и давали нам такие самолеты. Второй. Это немецкий самолет-пикировщик. Юнкерс 87. У него звуки были очень страшные. Если вы хотите, можете послушать. Ну, вы, наверное, офигеете. У меня есть версия Юнкерса. Маленькая вот такая вот. Но она маленькая, правда, версия-то. Ну, это маленькие модели. Ну, и есть, конечно же, наш любимый Су-100, который воевал с немцами. Но это уже ближе к концу войны.